Чудоград в Екатерининском парке торжественно открыли. Накануне там прошел большой праздник. Детей угощали мороженым, а на аттракционах катали бесплатно. Приехали и президент с супругой. Несмотря на то, что погода внесла свои коррективы, торжественное открытие Чудограда перенесли с 1 июня на 5 число. Всю прошлую неделю парк аттракционов работал бесплатно и принимал маленьких посетителей. Всего считанные минуты остаются до сегодняшнего торжественного открытия. Совсем скоро перережут красную ленту, и парк встретит первых гостей. Инициатива создания этого замечательного чудо-града, парка аттракционов и развлечений, принадлежит президенту Приднестровской Молдавской Республики. И мы, конечно же, знаем и уверены в том, что это место станет самым любимым местом наших юных приднестровцев. Чудограда маленьких посетителей встречают самые известные герои детских сказок и мультяшные персонажи. Доброе утро! Как настроение? Прекрасно! А Маша в каком настроении? Прекрасно, отлично! Воздушные шары, мороженое, сладости и солнечное настроение. Сегодня все для детей. Можно даже прикоснуться к облакам. Что сегодня можно детям? И кататься на качелях. Гулять, тут играть. Можно сегодня детям кататься на аттракционах. А еще шалить можно? Нет. Почему? Потому что шалить так можно потеряться. Отложить старт на несколько дней ради вот такого открытия? Стоило отложить. На сегодняшний момент вы видите, что открыты все у нас аттракционы. Всего их у нас 11. Сегодня мы проводим, бесплатно катаем всех детей. И непосредственно уже с завтрашнего дня как бы данные все аттракционы будут уже по платной основе. Суммы уже были предварительно утверждены. Это от 5 до 10 рублей, в зависимости от возраста. Самым популярным аттракционом оказались бамперные машины. Неудивительно, прокатиться на них можно без сопровождения взрослых. Главное – доставать до педалей. Я больше всего люблю кататься на машинах. Мне больше нравится осьминог, потому что он больше кружится. Мне понравилась ракета. Я ее больше всего полюбила. Сказал, что Чудоград только для детей. Отнюдь на этом чайном сервизе можно прокатиться всей семьей. Сомневались, прийти или нет, приехали из Бендеры, кстати, поэтому рады, что приехали. Для республики очень большое значение, потому что наш приоритет – это дети, это наше будущее. Без будущего мы никто. Замечательно, весело, красиво, чудесно, спасибо всем. Не расстраивайтесь, если не успеете прокатиться. Все лето еще впереди.